Ой, не разбей. А я его как увидела, говорю, давай, мне кленовый сироп. А мне тоже хочется попробовать. Ну, дать... У меня в крышечку сейчас. Не, давай на чайную ложечку. Пахнет как карамелька какая-то. Да? Да почитайте этот состав. Ой. Ну надо. Пить. Это не... Ты хочешь водичку? А, сиропчик попробовать? Сейчас. Давай сюда. Тут все на американском. Google помощь. Телефон навести. А, Оляня, он густенький такой. Да. На. Я вкусный. Попробуй. Это как будто расто... Знаешь, что это сахар жжёный. Да? Ну, давай. Мама, дай телефон. Не чуть-чуть, капельку. После колбасы, девчата, пробуем кленовый сиропик. Хочешь попробовать? Сейчас. София, хочешь? Вкусно? Помой ложку и Софии дай. Мне зря 350 гривен. Очень вкусно. Я представляю с панкейками. Да, когда будем жарить. Кефир. Еще зеленую хочешь? Сейчас могу пожарить. Дай иглу. У меня есть кефир. Дай телефон. А? Дай телефон. Очень вкусный. Так берешь за горлышко. Ну, горлышко такое, да? Маленькое. Пошли. София, тебе многовато. Попробуй, Софийка. Ну как? Необычный вкус. Аня, и мне много. Что, невкусно? На лекарство. На лекарство? Так это ж лечебный сироп с 20 килограммами сахара. Дайте камеру не зафиксировала. Так ты прикинь, это ж премиум аккаунт. Мне только что приходит смс от подружки. Привет, могу одолжить у тебя 14 тысяч гривен? Отдам завтра. Да развод. Это ж развод. Взломали, новый. Да? Взломали, да. Инстаграм? Нет, телеграммы взламывают. Я говорю, напиши, да. Я пишу, привет, конечно, пиши карту. Сейчас напишу тебе. Она в сети это же 7 строчек. Да, скажи, может тебе больше? Давай, поразводим. Что-то срочное. Ага, давай, да. Может больше? Больше. Сейчас скажут, о, класс, сейчас ложится, день. Да. О, а ты пишет. Все, карту скинули? Да? Да. 41.32, что это за карта? Приватбанк, дуже дякую. А чого українською мовою? А еще что пишет? Может больше спросить? Я ж спросила, а может тебе больше нужно? Что-то печатать? Да. Ні, більше не потрібно. Сейчас я... Не, а ты спроси, как у тебя дела? Где ты сейчас живешь? Спроси. А ну да, ты ж давно... Как ты... у тебя дела? Ты сейчас... Где? А сейчас будем им писать. Я хочу позвонить. Виолетке? Да. Они же, наверное, знают. Ну ладно, не надо. Что, будете тоже кофе? Да, я. У меня Пикачу? Сейчас, мы только позавчера с ней общались. Набери. Так, Так, вам резать колбасу? Да, я буду да. У нас сзади такой вид, там пакеты, это фрукты. Ягоды. Фрукты, ягоды. Ягода малинка. Звонишь ей? Давай, отвечай, дорогой. Привет. Тебе взломали телеграм? Да, говорю, тебе больше занять. Они пишут, ні, дуже дякую, більше не потрібно. Я пишу, кидай карту. На українській мові пишуть. І я ж говорю, кидай карту. За секунду скинули, я навіть не знаю, що це за карта. 41.32. Що це за банк? 41.32. Аферісти сидять в тюрмі. Ну, ні, є кол-центр.
Так що. Да, да. Да, так що 14 тисяч просиш у мене, значить. А, у других 16 было. Да. Мне просто, 14. Чтобы зрители знали. Мы просто и видео сейчас с мамой записываем. Я говорю, что мне уже так приходили смски от знакомых, и опять приходят. Сегодня от тебя. Ну, так кто-то не знает и отправит. Да ты шо? Капец. А скажи, а у тебя этот, а у тебя номер был скрытый или открытый? В Телеграме скрытый? Открытый. А, у меня всегда скрытый в Телеграме. Я скрываю номера. У меня? А, ну да. Вот головняк. А я прикинь, кто там? Ну что, поговорила? Поговорила. Она говорит, что у нее в Телеграме немного людей. Но там поставили какую-то какую-то этапную верификацию. Даже с ее номером телефона она не может войти. Почту удалили, все быстренько. Так. Угу. Надо проверять. В Телеграме вообще должен номер телефона быть скрытый. Это вам подсказка. Так, что они там пишут тебе? Где? Ну, они ж тебе пишут. А, ты что, забыла? Вон он. Я говорю, давай дальше общаться. Я говорю, она говорит, сейчас я наберу, спрошу. Я говорю, да ну понятно, что развод. Давай им напишем, не получается перевести денег. А пишет тебя карта, лимит, ну как это? Ага, как у тебя дела? Ты сейчас где? Не отвечают. Угу. А что ты делаешь? Сейчас. Номер карты хочешь посмотреть? Да. Номер карты? Пишет, что лимит превышен. Угу. А давай посмотрим. А, у меня телефон занятый. Открытый номер карты, телефон. Вот этот, начало, это кто? Сейчас. Посмотри, откуда вы. Я таких Криаренхаус вообще не переходи туда. Будь ты важно, шахрайство. Під виглядом волонтерів моряк. Ну давай еще что-нибудь. Не отвечает. Надо всем понаписывать. А ну ж там людей много. И тем ответь. Вот уже шахраи, да, Аня? Угу. Молодец, подружка. Она такая оптимистка. Я все всегда хорошо. Она всегда счастлива, улыбается. У нее никогда не была грустная. Молодец. Ханга. Можно доесть на мастер? Вот. Вам поближе покажу. Мошенники, видите, как? Пишут, пишут, пишут. Угу, давай, листай. На чем мы закончили? 10, 11. А, вот, мы на привате. Да, да, Аня пишет, написали, я говорю, пиши, что лимит превышен. Они пишут, давай я тебе на твою... Ну, Аня говорит, давай я на твою приват. У меня приват нет, я Сибкоргазбанк. А, так ты мне скидывала свою карту, я тебе переводила на прошлой неделе за маникюр. Там срок действия закончился, попробуй на Укргазбанк. Тут не пропускает, это Укргазбанк. Сейчас попробую, что Аня писать теперь? Аня пишет. Сейчас попробую. Мы обманываем, пишем. О, получилось, словил. У тебя точно все хорошо, спрашиваем. Точно все окей. Печатает. Печатает? Сейчас хоть скинь стрим перевода. Скажи, здрасте. Пишут, еще не пришли. Да, все хорошо. Давай через минут 20 наберу, если будешь не занята. Конечно, буду ждать. Может, не отправились. Деньги переживают.
А можно написать? Мы остановились, они нервничают. Ну, что? Может, не отправилась, наверное, так и есть. А что ты? Опа. Удалили чат. Они, чат. Я написала 3 какашки, говорю, говорят, это к деньгам, лови. И проорала, все, чат снесли. Или будьте внимательны. Если вам знакомые прислали смс и попросили переслать крупную сумму денег, даже не крупную, лучше позвоните лучше им. Перезвоните и уточнить, все ли у вас хорошо, и все. Видите, звонили, Царство Небесное, моего свекра папе. Говорит, голос точно был. Или Олег, или Артем, что я попал в аварию, мне нужны деньги. Выйдите, сейчас приедут, заберу деньги. Он уже взял, пошел на улицу отдавать деньги. Но Олег что-то позвонил, и все сбилось. Ну да, мошенников много. Вот взломали телеграм девочки, и все. Так что будьте внимательны. А они пусть получат какашки, и все. Это тоже к деньгам. Это к деньгам. Угу. Все. Всем пока-пока. Берегите себя.